Степан Валерьевич, важный день в истории Ленинграда и России. Несколько слов о том, как СКА проводит этот день. Мы традиционно каждый год отдаем честь, уважение, и мы всегда ценим этот день. Это великий день в нашей истории, в истории города, в истории России. Мы ценим наших ветеранов, мы всегда их приглашаем на все наши матчи. Мы постоянно в контакте. Вот сегодня мы командой собрали финансы, деньги для того, чтобы помочь нашим ветеранам, фонду ветеранов-блокадников Санкт-Петербурга. И мы это очень ценим, и их поддержка нам необходима. Это такой великий день. И сегодня вот мы провели тренировку на улице, пообщались с ребятами по этому вопросу. И очень трепетно, душевно вся команда вспомнили всех родителей, наших предков, которые многие ребята из Ленинграда, поэтому со многими поговорили, пообщались на эту тему, и мы очень ценим этот день. Это великий день в истории города. Вот вы сказали о тренировках на улице. Насколько такой формат полезен в тренировочном процессе? В чем его преимущество? Вы знаете, это очень важно с точки зрения максимального показателя потребления кислорода, потому что мы смотрим на все показатели постоянно, и, конечно, тренировки на улице это дает возможность вкатиться в тренировочный процесс. Это был наш такой первый микроцикл нашего сбора. Мы провели тренировки на улице, и, конечно же, это поднимает эмоциональный фон команды. Ну, для того, чтобы вкатиться в тренировочный процесс, это очень важно, и это в первую очередь ребята это очень ценят, потому что это объединяющий фактор, это для поднятия командного духа тоже очень важно. В это же время это очень хорошо для того, чтобы дальше работать. Это закладывается фундамент, мы все отслеживаем по компьютеру, пульс ребят, смотрим, кто в каком состоянии, и сейчас будем подводить всех к общему знаменателю.